Внезапные холода – жаркое время для коммунальных служб. Устранять аварии теплосетей ПТС помогает управляющая компания. В доме 148 на 22-го партсъезда ремонтируют тепловой ввод. Тепловые ввода и все наружные сети, они не относятся к общему имуществу многоквартирных домов. Но в связи с тем, что ситуация в Самаре действительно накалена, снег пошел, по обращению предприятия ПТС мы помогаем, так скажем, на наших домах ремонтировать вода. Работы в этом доме обещают завершить за 2 дня. Управляющая компания ЖКС на вверенной им территории отремонтировала уже каждый третий проблемный ввод. Раньше эти коммуникации считались бесхозными, а теперь за них отвечают теплосети. Завершение работ больше всего, конечно, ждут жители. Ждем тепла. Сегодня уже плохо спали, очень холодно было. Очень холодно. Ждем тепла. Дома, которые обслуживает компания ЖКС, к приему тепла готовы. Однако в управляющей компании подчеркивают, когда появится отопление, зависит и от теплоснабжающей организации. Валерия Макарова, Станислав Левин. События.